Друзья, привет! В эфире программа «Больше фактов». Сегодня в центре нашего внимания замечательный микроавтобус Volkswagen Caravelle версия Т6.1. Сейчас я назову вам 5 фактов об этом автомобиле. Один из которых – полное вранье. Вам нужно уличить меня во лжи. Если готовы, давайте стартовать. Факт первый. В современной Caravelle версии Т6.1 светодиодная оптика входит уже в базовую версию. Факт второй. И вновь говорим о базовой комплектации. Здесь есть трехзонный климат-контроль. Факт третий. Лобовое стекло у Caravelle с электрообогревом и УФ непроницаемо. Факт четвертый. App Connect – это система, которая позволяет подключить ваш телефон либо через Android Auto, либо через CarPlay, либо через Neuralink. Ну и, наконец, пятый факт. Все Caravelle, начиная со стартовой комплектации, оснащаются системой полного привода. Ну что же, знаешь, какой факт ложный? Тогда пиши в комментариях. Ну а на кону у нас сегодня замечательный термоэлектрический портативный холодильник Dometic Tropical TSX. Победителя среди правильно ответивших традиционно выберет наш генератор случайных чисел. Удачи тебе, и приз тебя найдет. Нравится наше видео? Ставь лайк и подписывайся на канал.